судья обычно заходит в раздевалки перед боем и более детально рассказывает. Здесь это может произойти с большей долей вероятности. Пока что соперники действуют одиночными ударами, прощупывают друг друга. Ну, соперника сейчас филиппинец. Вот так, вот так. А как раз, ну, понятно, что у Лишетта главное оружие. Это
кажется, что он как исполнил удары по корпусу. Он еще как-то и подкармливает его. Значит, он будет опускать руку. Здесь хорошо перекрыл. Как ему доставать? На одной дистанции работал. Ой.
Эдуард Родригес. Да, я думаю, да. Здорово прошло на грани пола. Липинец, но рефери опять будет боярин сегодня. Тут же сам получает Родригес. Неужели руки ставит? Да. Причем куда-то в голове. Да. Здорово попадает Анкан Космин. Подождите, который получил. Сейчас Родригес жестко. По прямой уходит. Сам Дакас. Сам выпустил. Вперед, Родригес.
они накормили друг друга досыта, конечно. И вот теперь уже... А, ну нет, ну это понятно было, раз единогласно.